Шуйский экологический пост работает с 2014 года. Эта небольшая лаборатория занимается забором проб воздуха. Местные жители обеспокоены выбросами деревообрабатывающего завода «Эггер». Чтобы понимать, насколько опасения шуян обоснованы, на средства регионального бюджета и был установлен экопост. Размещение этого поста было обусловлено розой ветров города Шуя. В основном ветры – это юга, южные, юго-западные, западные и северо-западные, что, в принципе, позволяет к югу от поста как раз нашего находится предприятие «Эггер», и по вот этому всему сектору, где дуют основные ветры, это город Шуя. Шуйский микрорайон Яскино подошел идеально. Контрольных замеров в этом году больше, чем в предыдущие. 4 раза в неделю, 3 раза в день. Проверяют воздух на наличие 11 загрязняющих веществ. Наши телекомпании наглядно показали, как измеряют концентрацию в атмосфере оксида углерода. В этом желтом шарике шуйский воздух, который был набран в 7 утра 12 сентября. Забор воздуха в газоанализатор «Палладий», и идет измерение концентрации именно вот оксида углерода, который содержится в этом пробоотборном устройстве, в данном случае вот в этом мячике. Мячик постепенно сдувается, воздух у нас поступает на анализ в газоанализатор, и мы видим концентрацию вот на экране табло этого прибора. Предельная допустимая концентрация у нас 5. В данном случае, ну, в среднем где-то 1 с чем-то, с небольшим миллиграмм на метр кубический. В этом году превышения были разовые. По сероводороду, взвешенным веществам, мы один раз обнаружили фенол. Не во всем, как выяснилось, виноват «Эггер». Необходимо понимать, превышение каких веществ идет и фиксируется. Например, недавно были зафиксированы превышения по сероводороду, а мы знаем, что в деятельности «Эггера» древпродукты сероводород выбрасывается не в критических объемах. Да? Соответственно, надо искать новые источники загрязнения. И они были найдены, насколько я знаю, да, это, например, работы, которые проводились при чистке канализационных сетей. В целом же местные жители могут дышать полной грудью. За годы работы лаборатории с 2014 года 98% проб укладываются в норму. Экопостов сейчас в регионе 4. Кроме Шуйского, есть еще в Приволжске и 2 в Иванове. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.